Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является только северо- и юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Северо-запад нашей республики в этногенезе башкирского народа сыграл не менее важную роль, чем его восток. Тому примером история башкирского рода Тазлар. Потомки древнего башкирского племени Тазлар ныне обитают в основном на северо-западе Башкортостана, а конкретно в Бураевском и Балтачевском районах республики. Отдельные их селения имеются и в других уголках Южного Урала. В своих путешествиях отец истории Геродот провел более 10 лет. Он объехал почти все известные страны своего времени – Грецию, Италию, Малую Азию, Египет, Вавилон, Персию. Побывал даже на Черном море, а также в Крыму и, самое главное, в стране скифов. Так называемый скифский рассказ Геродота вызвал к жизни целое направление в отечественной историографии. Геродот. Приблизительно с 485 по 430 год до нашей эры. Отец истории и путешественник. В своем сочинении он описал не только историю греко-персидских войн, Ахеменидской империи и Египта, но также изложил все увиденное и услышанное им во время путешествий. Находясь в Причерноморье, Геродот имел опыт непосредственного общения со скифами, коренными обитателями восточноевропейских степей. Именно от них он услышал описание огромного пространства от Днепра до Урала. Рассказав о племенах, обитавших за рекой Дон, Савроматах, Будинах и Ирках, он переходит к повествованию о людях, живших у подножья неких гор, которые могли быть только уральскими, так как иных гор в этой части Евразии просто нет. После долгого перехода по этой каменистой области придешь в страну, где у подножия высоких гор обитают люди. Как передают все они, как мужчины, так и женщины, лысые от рождения, плосконосые и с широкими подбородками. Имя этого народа – Аргипей. При описании народов степной Евразии Геродот упоминает так называемых плешивых аргипеев. Это дало повод некоторым исследователям, в частности Кигбаеву и Мажитову, ассоциировать плешивых аргипеев с тазларцами, поскольку тазлар означает «плешивые». На территории Южного Урала имеются десятки топонимов, содержащих слово «таз» или его вариант множественного числа «тазлар». Например, села Тазларово в Бураевском и Зянчуринском районах Республики Башкортостан. Башка бик көп районнарда да таз деген атама, аймак, арай исемнери бик көп бит инде. Шуннан калган таз деген авыллар. Біздің ауылның исеме де мына шушы ру исеме белән бәйле булырга тиеш деген фикер дөресрәк дип уйлыйбыз. Однако точка зрения о соответствии друг другу этнонима «тазлар» и «плешивых аргипеев» Геродота вряд ли может быть принята, так как слишком большой отрезок времени разделяют историю этих двух племен. Тем не менее, похожее осмысление этого названия бытует сегодня и в народной среде. Чөнки бездә икенче төрле фикер дә бар, халыкта яшәгән легенда. Ул Тазлар авылы на нигез салучы кеше Таз бабай булган дип баралар. Таз бабай шулай булса да, Таз бабайда башкорт ру, зур башкорт руын шушында үзе белән алып килеп, нигезле тормышка җир сыру белән, икмәк егү белән шөгыльләнә торган тормышка нигез салынган дип барыла.
Если плешивые аргипеи Геродота не подходят на роль предков башкир рода Тазлар, то стоит обратиться к другим источникам. Возможно, в них отыщутся следы этого загадочного племени. Тайная история монголов или сокровенные сказания является наиболее древним монгольским литературным памятником, рассказывающим о древней истории Монголии, о восхождении Чингисхана к вершинам власти и образовании Монгольской империи. Сказание было составлено в 1240 году неизвестным автором. В нем мы и находим первое письменное упоминание о племени Тазлар. После того, как Чингисхан истребил враждебное племя татар и разгромил своих политических противников, ему покорилась вся Монголия. В 1207 году он организовал завоевательный поход в Сибирь, поставив во главе монгольского войска своего сына Джучи. В «Тайной истории монголов» написано: «В год зайца Джучи был послан с войском правой руки к лесным народам. Джучи принял под власть монгольскую все лесные народы, начиная оттуда по направлению к нам, а именно народы Шибир, Кездиин, Баит, Тухас, Тенлек, Тоелес, Тас и Баджиги». Как считают исследователи, упомянутое лесное племя Тас и является предком современных тазларовцев. Этноним Тазлар получил широкое распространение на территории Северной Евразии. В частности, он фиксируется не только у башкир, но также у двух родовых родоплеменных образований казахов, например, у аргынов и у племени Баюлы. Также есть у алтайцев и других тюркских народов степной Евразии. Этнограф Раиль Гумерович Кузеев в своем фундаментальном труде «Происхождение башкирского народа» писал: «Родоплеменные образования Тас имеются в составе североалтайских кумандинцев, сеоктас, казахов в младшем жузе племя Тас или Тазлар, в старшем жузе роды Тастар-Аргын, Тас-Коян, киргизов род Таздар племени Сары-Багыш, узбеков род Тас-Катаган, род Тас племени Мангыт в Зеравшане, туркменов, тазы или дазы в составе йомудов и нагайцев, род Таз». Кузеев считал, что миграция рода Тазлар с территории Алтая на запад произошла еще в домонгольскую эпоху. Он отмечает у населения Дешты-Кыпчака или Половецкого поля личные имена сосновой Таз. Однако есть более интересный факт, говорящий в пользу его точки зрения. На территории современной Венгрии имеется село Тазлар. Попасть в эту страну данное название могло только в эпоху кыпчакских миграций в Европу. Таким образом, род Тазлар является древним племенем тюркского происхождения, издревле обитавшим в Саяно-Алтайском регионе. Движение кыпчаков, а затем монголов, волнами выносило их на просторы Восточной Европы. Именно поэтому сегодня род Тазлар имеется в составе многих тюркоязычных народов и в первую очередь башкир. В эпоху Золотой Орды род Тазлар организационно входил в более крупное образование. Этнограф Кузеев пишет: «Племя Таз, Тазлар, составляло часть табынского родоплеменного объединения в начальный период золотоордынской истории. В Башкирию, в Приуралье, предки тазов мигрировали одновременно и, вероятно, в составе табынской группы в конце 13-14 веков. Судя по источникам, сами табынцы в этот период времени обитали в Зауралье. Однако в 15 веке значительная их часть мигрировала в западном направлении, а вместе с ними и тазларцы. Таз кабиләсе 13-14 гасырларда Алтын Орда дәүләтендә булган. Һәм Таз ыруы зур табын ырулар берләшмәсенә караган булган. Табынцы и тазларцы поселились в среднем течении Агидели на территории современных Кармаскалинского, Гафурийского и Архангельского районов. В XVI веке небольшая их часть отправилась еще далее, на запад, и поступила на службу к казанскому хану Сахиб-Гирею. Сахиб-Гирей – младший сын крымского хана Менгли-Гирея I, основатель города Бахчисарай.
хан Казани с 1521 по 1524 год и Крыма с 1532 по 1551 год. Проводил активную антимосковскую политику. Для войны с Москвой Сахиб-Гирею нужна была кавалерия. Поэтому он обратился к башкирам пополнить ряды его войска. Большая группа представителей башкирских родов Табын, Бурзян, Тамьян, Сынырян, Тазлар и других выехали к нему на службу. Они получили название «Иректы». В эпоху Средневековья произошла достаточно значительная миграция со стороны Востока. Это миграция каратабынцев, которых сегодня мы знаем под племенем «Иректы». И эти иректинцы образовали достаточно мощный племенной союз на севере Башкортостана, куда, скорее всего, входили и тазларцы. То есть они были составной частью этой конфедерации башкирских племен. Одним из предводителей иректинцев был шейх Ахмед. До сего дня сохранился ярлык хана Сахиб-Гирея следующего содержания. Сахиб-Гирей-хан велел быть в Тарханах шейх Ахмеду с товарищами, 7 человеком. И до животов их, до земель, чем они владеют, и в воды их никому не поступаться. Сахиб-Гирей-хан Казан ханлығында тұрында отыра 1521-1524 жылларын, 3 күн айыл. Шол арада, шол өзіне яқын кішілерге ұғыланынар деп аталғаннар алар. Яқын ұғыланынарына Тархан званиесі һәм жерлер бере. Шоннан Қазан ханлығы жеңілгеннен соң шейх бей көшіп кетті қазіргі тәтішілі жерлеріне, һәм тазылар қабілесін қасырқылай біздің яқларға. Мына шул вакытта башлап безнең җирдәге халыклар, тазлар кабиләсенә караган халыклар барлыкка килә. Во время службы хану Сахиб-Гирею часть тазларцев, вероятно, переселилась еще дальше на запад. Так в Арском районе Татарстана есть село Байкал, которое до 1941 года именовалось Тазлар. Таким образом, судьба разбросала этот башкирский род по разным уголкам Поволжья и Урала. Историк 18 века Петр Рычков в росписи разделения башкирского народа по властям и родам зафиксировал на сибирской дороге Башкирии отдельный Таз-Дуванский аймак в составе Айлинской волости. Кроме того, в документах отмечена деревня Тазларова Дуван-Табынской волости Стерлитамакской округи. В наши дни сохранилась лишь северо-западная группа тазларцев, единственная группа, которую помнят о своей родовой принадлежности. Эта часть башкир рода тазлар ныне проживает на территории Бураевского и Балтачевского районов Республики Башкортостан. Какие селения относились к тазларской волости? Біздің районнан барысы алты ауыл кіре. Иске тазлар, яңа тазлар, Варжитамақ, Юмақай, яңа қарғалы. Һәм Удмурт ауылы Касияр. Мин сез киләбез дигәч, тирә-күрше районнарны байкап чыктым Әнвәр Асфандиевның хезмәтләре буенча. Шушы алты ауылдан башка Балташ районы территориясендә Тучубай белән Сәйтәк ауылы керә, Тазлар түбәсенә карый. Бүтән бер күрше районнарда да Тазлар түбәсенә караган авыллар юк. Шулай булгач безнең соңгы авыллар шушылар булып чыга инде. Согласно упомянутой выше росписи Рычкова «Разделение башкирского народа по властям и родам», в середине 18 века башкиры рода Тазлар составляли самостоятельную Тазларскую волость, входившую в Осинскую дорогу. Ее территория в одном из документов определяется как «Волость Тазларская по Кизгиню речке, леса дубровные и поля». Оралаши пешагеннер тонап рублен, иректе рублен, Шамшада рублен, Койпан рублен, һәм Желдек Ишкилан рублен. Үзәге кайда булганын мин дә күп уйладым, күп эзләдем. Ләкин хәзерге безнең карамакта булган белешмәләр шул 6-8 авыл гына. Шуңа күрә үзәген таба алмадым. Кайда булгандыр ул. Теге кыпчаклар турында әйтелә бит инде, җирле халык арасында оралашып югалганнарды. Менә тазлар ыруыда шулай килеп чыга инде. Шушы алты ауыл арасында иң борынгысы безнең иске тазлар.
Своеобразие общественного устройства башкирского народа заключалось в том, что они и только они обладали вотчинным правом на землю, то есть были полновластными хозяевами здешних земель. И никто, даже сам царь, не говоря уже о его чиновниках, не имел права покушаться на них без дозволения самих башкир. Другой особенностью их устройства было то, что любой, даже самый маленький родовой клан имел равные права с самыми крупными племенами. Так совсем крохотная тазларская волость обладала теми же правами, что, например, огромная кипчакская или еланская волости. После принятия русского подданства специально для башкир было учреждено сословие башкир-вотчинников, которое полностью совпадало с этническими границами башкирского народа. Другого народа-вотчинника на территории России не было. Соответственно, войти в состав башкирского сословия могли только сами башкиры. В сословной системе России сложилась достаточно уникальная ситуация, где этнос башкиры совпал со сословной категорией башкир-вотчинников. И эта ситуация продолжалась с периода присоединения Башкирии к русскому государству, это вторая половина XVI века, вплоть до фактически падения самой монархии. То есть это был достаточно устойчивый институт, и этническая составляющая, и сословная составляющая в этом случае друг друга дополняли, и что и давало устойчивость этому институту. В прошлом коренной аул того или иного башкирского рода, как правило, носил то же самое название. Например, аул Кыпчак, аул Табын, аул Барын и так далее. Не стал исключением и род Тазлар. Деревня Старо-Тазларово – самое древнее селение западной группы башкир-тазларцев. Известные нам источники не дают информации о времени основания аула Старый Тазлар, но без всякого сомнения он существовал уже по крайней мере в 17 веке. На это указывает то, что многие селения, выделившиеся из Старо-Тазларова, согласно документам, были основаны в самом начале 18 века. Искетаз деген аул иң бурынгы ауылларның берсе. Мене шунда яшегеннер теге тазлар кабилеси кишилери. Бу аул Мағариб өлкөсінде де бик зур уңышларга иришкен болган. Анда болган медресе. Медреседе 450 шакирт билим алган. Эбурай медресесинде 435 кине. Шулай болгач нинди үзәк икени мында күзалдына китерергә була. Документы за 1748 год вместо одного аула Тазлар фиксируют два – Старый Тазлар и Новый Тазлар. Время их разделения неизвестно. Безнең яңа Тазлар аулы тарихы, иске Тазлар аулы тарихы белән бәйле. Иске Тазлар аулы борынгырак легендаларга һәм тарихи мәгълүматларгә караганда иске Тазлар аулы 15-нче гасырның азагында, 16-нче гасырның башында негиз салынган булырга тиеш. Согласно ревизским сказкам за 1834 год, подавляющее большинство населения деревни Старо-Тазларово составляли башкиры. Первым в списке отмечен юртовый старшина Абдул-Насыр Заитов. Ниже показан его родственник Зурят Харунжий Исмаил Заитов, который в составе 10-го башкирского полка участвовал в изгнании Наполеона и имел серебряную медаль в память Отечественной войны 1812 года. Всего в Старо-Тазларово в 1834 году числилось 141 башкир и 150 башкирок, в подтверждение чего старшина поставил личную подпись и начертил тамгу в виде трех вертикальных линий. Менә шушы безнең мәчетебездә тирә-яктан күп төрле күп шәкертләр килеп укыганнар, белем алганнар һәм бик күп кенә белемле кешеләр килеп чыкканнар. Анда шәкертләр яшәр өчен аның мәдрәсәнең өйе дә булган, шулай ук мулла хабзыйларның яшәгән өйләре дә булган. Жители Старо-Тазларова, несмотря на давность лет, бережно хранят предания старины. Ведь именно память о прошлом делает людей сопричастными к судьбе родной земли. А это, в свою очередь, поднимает их над уровнем среднестатистической массы, превращает обывателя в гражданина.
Буяғында хаким зотлары яшай, ауылның буяғында Эрдуан зотлары яшай, деп айтып сөйлейді. Міне мен шушы хаким зотының бір буыны болып шығам енді. Һәм мен шушы хакимнен башлап, мен өзімнің бұрынғы бабаларымны кім нәр екенлігін барысында білем. Хаким бабай бұрынғы тоз бабайға барып тұташа. Другая достопримечательность деревни связана с местным мельником по имени Аптряй. Он выкопал источник и содержал на нем водяную мельницу. Потом там возникло живописное озерцо, названное в народе «Лебединым озером». Теперь каждый, кто мчится на автомобиле мимо деревни, может остановиться у этого тихого водоема и по традиции бросить в воду монету. Река Забвения Лето поглотила многое из местной истории, но не сумела стереть память тазларцев о своем происхождении. Мене шушы мешит артында біздің әлігі вақыттағы зират бар. Оңардан қолайында тағы біздің екі зиратыбыз бар. Мене шушы үш зиратының болуы ауылда. Біздің ауылының бұрыннан ілік-іліктенік барлыққа келгенлігін исбатлайынды. Башқұрт ауылы деп әйтәләрі енді, әңкейлер башқұрт ауылы дейләрі. Олар башқұрт деп гүрілер енді. Но біздің сүйләшуі біз тотарша болса да, түбіміз, аруымыз башқұрт дейләрі енді. В 18 веке, когда население аула Старый Тазлар стало избыточным, его жители стали выселяться из него и основывать новые деревни. Так возникают населенные пункты Новый Тазлар, Таз-Туба, Юмакай, Варзитамак, Старый и Новые Каргалы, Чиятау, Тучубай и Сейтяк. Названия многих из них возникли по имени их основателей. Например, Тучубаева в 1722 году основал выходец из Старо-Тазларова Туйчибай Якшимбетов. Его внук Зауряд Харунжи Салим Туйчибаев, как сказано в документе, с 5-м башкирским полком бывал в походах и делах против французских войск и за взятие Парижа жалован серебряной медалью 1812 года. Һәм мин тазлар шушы тирәяктагы тазлар волысының үзәге булып иске тазлар авылы булган дип санайбыз инде. Таким образом, аул Старый Тазлар стал тем семенем, из которого выросло множество других побегов. Без үзебез шушы авылдан, шушы авылда туганмын, шоулында үскәнмен, шоулны кешесемен. Йомакайда да тазлар бар. Тазлар кешеләре. Орнашта, Эрдәштә яңа тазларның таралганнар, яңа тазлар. Ана шунда яшәйләрне тазлар. Башкырт дип әйтәләр инде атала. К сожалению, башкиры рода Тазлар были лишены возможности изучать свой родной язык. В советское время обучение в здешних школах шло исключительно на татарском языке. Теперь есть возможность вернуться к истокам, но для этого нужно желание, которое проистекает из знания своей подлинной истории. Башкиры древнего рода Тазлар ныне проживают в таких селениях Бураевского района, как Старо- и Ново-Тазларово, Юмакаево, Тастуба, Варзитамак, Новые Каргалы. В Балтачевском районе к ним относятся Старые Каргалы, Чиятау, Тучубаево и Сейтяково. Башкирский род Тазлар прошел огромный исторический путь. Его имя отразилось во многих топонимах –
от Енисея на востоке до Дуная на западе. Маленький род, насчитывающий всего-то 10 деревень, в великой летописи прошлого Евразии имеет собственную индивидуальность, а значит, собственное отношение к миру. Это дорогого стоит. Важно не забывать об этом.